Это максимум, что я могу. Я и так это взял в кредит в двух банках, занял у друзей, и это ты вот максимум все, что я мне могу. Мне может за вас поискать? У мужчины разрушилась благополучная семья. Почему он обвинил в этом психолога и как расправился с ней? Три пиджака, они совсем новые, еще с десяток галстуков. Все? Да. Сын нанял для больного отца сиделку, а после его смерти узнал, что она стала наследницей всего имущества подопечного. Женщина утверждает, что их с умершим связывала большая любовь. Но правда ли это? Денег не было, я искала по знакомым. Я позвонила Валентине, и что вы мне, Валентина, сказали? Вы сказали, это не мои проблемы. Многодетная мать неверным маневром спровоцировала смертельное ДТП. Получится ли у нее сегодня договориться с пострадавшей стороной и смягчить свое наказание? Жизнь – это борьба. За детей, за любовь, за деньги. Выигрывает тот, кто готов договариваться. Независимый беспристрастный посредник остановит войну на ваших глазах. И это будет самое справедливое решение. Мировое соглашение. Валентина Волкова просит вдову мужчины, погибшего в аварии, пожалеть ее детей и готова компенсировать моральный вред. Марина Удалова считает, что виновная в смерти ее супруга должна понести наказание по всей строгости закона. Добрый день, уважаемые дамы. Меня зовут Дмитрий. Я очень рад приветствовать вас сегодня на нашей встрече, где мы постараемся мирным путем урегулировать ту конфликтную ситуацию, которая между вами произошла. Инициатором примирения является Валентина Дмитриевна. Пожалуйста, Валентина, вам слово. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Хотела бы, чтобы вы помогли мне, чтобы уговорить, договориться с Мариной Сергеевной, чтобы она пошла на примирение сторон, приняла ту сумму 800 тысяч, которую я предлагаю в качестве морального ущерба. Все дело в том, что 4 месяца назад, да, произошло смертельное ДТП, в котором погиб ее муж. Как оказалось, что он ехал с превышением скорости. Это уже доказано экспертами. Я ехала по прямой, мне нужно было поворачивать налево. Я включила поворотник. В это время Павел ехал с превышением скорости. Он, видно, не справился с управлением, стал меня объезжать. И в итоге чиркнул по машине и врезался в дерево. Я тут же вышла из машины, я увидела, что он потерял сознание. Я вызвала скорую, вызвала полицию. Угу. Я была уверена, что он выживет, потому что он такой крепкий молодой мужчина. Угу. Вот. Ну, как оказалось, потом показала экспертиза, что удар пришелся как раз вот по водительскому месту. У него была продавлена грудь, перелом грудной клетки, перелом ребер. И вот одно из ребер как раз проткнуло легкое. Через 10 дней он умер в больнице, скончался. Вот. Я была уверена, что я не виновата, потому что, в принципе, я ничего не сделала. Мне нужно было повернуть, я включила поворотник и поехала. Как показала независимая экспертиза, что Павел был виноват, потому что он ехал с превышением скорости в населенном пункте. Вот. Потом было... А вы поворачивали в разрешенном месте? В разрешенном месте, я все сделала правильно. Но, как показала автоэкспертиза потом, что якобы я сделала поворот позже... Что я не поворот сделала позже, а поворотник включила позже назначенного времени, тем самым сократив то время, чтобы человек сориентировался. Не дав другому водителю среагировать. Да, но дело в том, что уже доказано, что и он ехал с превышением скорости. Ну, кого признали виновным ДТП? Вот, эксперты независимые. Уже было заседание суда. Уже было заседание суда, и, как я поняла, хотя я сначала была уверена, что я ни в чем не виновата, что я могу сесть... оказаться в колонии-поселении, потому что заседание суда первое, да, вот такой был результат. Угу. Адвокат сказал, что он это все спорит, что ну, я не могу ждать, понимаете, я мама четверых детей, у меня ребенок инвалид, я даже сюда сейчас приехала, зная, что мне сейчас малышу нужно сделать жизненно важный
Массаж. Вот я в данный момент с вами разговариваю, сама я думаю о том, как мой малыш, потому что я доверяю вот только, ну, себе. У вас четверо детей? У меня четверо детей. Какой? Я многодетная мама. Самому маленькому 5 лет малышу. Пять лет. Он у нас сложный ребенок, за ним нужно ухаживать. Папа с днем и ночью у нас, конечно же, на работе. Представляете, угу. Если окажусь в колонии-поселении, и что будет с моей семьей, я не представляю. Я понимаю, Марина Сергеевна, я вас очень сильно понимаю. Я понимаю, что я не представляю, как бы моя семья оказалась без кормильца, без мужа, без папы. Но вы же меня тоже поймите. А что же будет лучше, если вы останетесь без отца, моя семья останется без матери, мой малыш, за которым могу ухаживать только я. Я вас очень прошу. Я собрала определенную сумму. Подумайте об этом. Тем более мы виноваты. Может быть, я виновата. Я не знаю. Но он же тоже был виноват. Он же тоже ехал с превышением скорости. Валентина Дмитриевна, это у вас экспертиза, да? Да. Можно я взгляну? Это уже вторая экспертиза, которая сказала, что вы не вовремя включили поворотник, и ваша вина в этом, да, есть? Угу. Вы предлагаете 800 тысяч. Да, в качестве компенсации, за смерть кормильца. Мы собрали по своим родственникам, друзьям. Там еще будет компенсация там, за машину, и я еще доплачу. Я готова, Марина Сергеевна, я готова пойти на любые требования ваши. Марина Сергеевна, как вы относитесь к предложению, сделанному Валентиной Дмитриевной? Я не принимаю ее предложение. Почему? Двое моих маленьких детей остались без отца. И у вас двое детей? Да. Ой. А эта женщина, вот вы на нее посмотрите, даже сейчас, когда на руках имеется заключение автоэкспертиза, она продолжает себя выгораживать. Она продолжает обвинять моего мужа в том, что он тоже виноват. Она постоянно давит на жалость. Она уже везде в интернете выложила слезные видео о том, что у нее ребенок инвалид. Ну, это же правда. Подписались тысячи людей и просят меня ее простить. Но вы, Валентина, главного не сказали? Мой супруг после аварии, у него был шанс выжить. Нужно было оплатить приезд торакального хирурга и закупить дорогостоящие лекарства. У нас в городе нет, к сожалению, врача нужной квалификации. Угу. Мне сказали, что нужно в столице искать. И я нашла. Но счет шел на часы, на дни. Мне нужно было оплатить перелет малой авиации. Денег не было. Я искала по знакомым. Я позвонила Валентине. И что вы мне, Валентина, сказали? Вы сказали, это не мои проблемы. Я не виновата в аварии. Виноват Павел, и платить я ничего не буду. Ну, понимаете, видите, она до сих пор, она и сейчас идет полностью в отказ. Но на тот момент я была уверена, экспертиза первая показала, что он виноват. Да, а когда Павел умер, я позвонила ей и сказала об этом. На что эта женщина ответила? А зачем вы мне звоните и говорите об этом? У меня и своих проблем хватает. Марина Сергеевна, ну, может быть, я была не права, но это шоковая ситуация, понимаете? У меня ребенок маленький. Это шоковая ситуация. Я считаю, что, вы знаете, вот вы могли бы мне как-то чисто по-человечески позвонить, поговорить, спросить вообще о самочувствии Павла, приехать в больницу. Нет, вместо этого вы... Изменили номер телефона. Мы стали общаться исключительно в кабинете у следователя. Эта женщина вела себя высокомерно. Она постоянно давила на жалость. Она обвиняла следователей в том, что они ведут предвзято себя к ней, потому что мой муж работал в полиции. И сейчас вы говорите, что вы понимаете мое горе, что вы просите пройти на примирение сторон. Вы понимаете, что это был шок. Я считаю, что эта женщина должна понести наказание, как следует, потому что она отсидит и вернется к своим детям. А вот мои дети, они уже никогда своего отца не увидят. А компенсацию морального и материального ущерба я и так по суду получу. Я вас очень все, разговор прошу. Окончен. Я вас очень прошу, у меня маленький ребенок, понимаете, совсем малыш. Валентина Дмитриевна, можно вас попросить оставить нас с Мариной Сергеевной наедине на несколько минут, пожалуйста, пока к Александру в приемную пройдите. Далее в программе. Это максимум, что я могу. Я и так это взял в кредит в двух банках. Занял у друзей. И это да вот максимум все, что я могу. Мне может за вас поискать? Хорошо. У мужчины разрушилась благополучная семья. Почему он обвинил в этом психолога и как расправился с ней? Три пиджака. Они совсем новые. Еще с десяток галстуков. Все?
Да? Сын нанял для больного отца сиделку, а после его смерти узнал, что она стала наследницей всего имущества подопечного. Женщина утверждает, что их с умершим связывала большая любовь. Но правда ли это? Марина Сергеевна, я вам сочувствую, поверьте, очень искренне и глубоко. Я понимаю, что вы испытали огромную боль по поводу потери своего супруга. И я понимаю, что на многие обстоятельства вы сейчас смотрите как раз через эту боль. Но здесь умысла у Валентины не было. Никакого. Она не была пьяная за рулем. Такая трагическая произошла случайность. Экспертиза которая первая показала, что Валентина невиновна. Сейчас показала экспертиза, что она виновна. Это тоже не последняя инстанция. В суде можно оспорить эту экспертизу. Могут признать Валентину невиновной. Даже если ее признают виновной, вы хотите, чтобы она сидела, вы мне сказали, чтобы она понесла наказание. Даже если дадут ей реальный срок, то у нее будет отсрочка приговора до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Это закон позволяет сделать. И, четверо детей у нее. Я думаю, что даже если она проявляла какое-то поведение, вела себя не так, как ожидали, она, понимаете, там агрессия или еще что-то, это страх. И в первую очередь это страх ее, что ее дети останутся без матери. Сейчас она хочет, достостаточно искренне она себя ведет, и я верю, что она действительно глубоко раскаивается в этом, в том, что произошло. И по большей части это все-таки трагическая случайность. А те деньги, вам сейчас деньги не лишние. Даже если осудят, вы правы совершенно, что вы по суду получите в суде компенсацию морального вреда. Но, как я понял, Валентина сейчас эти деньги назанимала по знакомым. Ей ничто сейчас не мешает эти деньги раздать, и потом вы будете взыскивать с ее доходов. Это будет очень долго. Вы можете, вам взыщут эти деньги, и будете сидеть на руках с решением суда. Может, мужа вашего не вернет ничего, понимаете? И вашим детям отца невозможно, к сожалению, невозможно сейчас ничего исправить и вернуть. Вам сейчас деньги нужны? 800 тысяч – хорошая компенсация. Давайте до миллиона можно поднять. Миллион – это то, что вы в суде, получите. Но только неизвестно, когда вам выплатит это Валентина. Сейчас логично получить эту сумму, и в любом случае суд будет. Валентина все равно какое-то наказание понесет. Только что вы получите от того, что она сядет на колонию, и ее четверо детей останутся без матери? Я понимаю боль, я очень понимаю. Хочется найти виноватого в этой ситуации. Хорошо, но я тогда хочу увеличить компенсацию до 1 миллиона рублей. До 1 миллиона рублей? Да, мне нужно платить ипотеку, иначе нас с детьми выселят. А у вас ипотечная квартира еще, да? Да. А миллиона хватит погасить ипотеку? Хватит. У вас вот этот остаток, у вас как раз миллион, и его хватит? Да, только я прошу больше не упоминать имя моего мужа и не говорить о нем плохо. Чтобы Валентина... Да. Не упоминала имя вашего супруга. Да. Сейчас давайте тогда пригласим обратно Валентину. Александр, пригласите, пожалуйста, Валентину Дмитриевну обратно в кабинет. Мне озвучить, да? С вашего разрешения. Да. Валентина Дмитриевна, Марина Сергеевна согласна принять добровольную компенсацию морального вреда от вас, но в сумме 1 миллион рублей. Тогда Марина Сергеевна согласна написать заявление о том, что вред моральный за смерть ее супруга погашен в добровольном порядке. 1 миллион рублей. Эта сумма устраивает вас? Спасибо, в качестве компенсации? Да. Но у Марины Сергеевны еще одно условие. Да, я хочу, чтобы больше не упоминали имя моего мужа и не говорили о нем плохо. Я пойду на любые условия, на любые требования. 200 тысяч, которые нужны, я подпишу хоть сейчас эту расписку. Я так понимаю, 800 у вас в наличии, 800 да? Вы готовы собрала, сейчас их передать? Да, да, я на 200 тысяч написать расписку? Расписку, да. И я не буду... Такие условия устроят? Да. То есть стороны договариваются, что сумма компенсации составляет 1 миллион рублей, да? Да. Да. Пожалуйста, забирайте экспертизу. Я рад, что вы договорились. Я вам очень сочувствую. Сил вам и моральной поддержки. Я надеюсь, есть кому оказать. Вам удачи. Спасибо. На суде. Всего доброго. Всего доброго.
стороны договорились. Я очень рада, что я возвращаюсь к своим малышам. Я уверена, что Марина, как мама, меня поняла. И я на моем месте мог оказаться любой человек. Я уверена в этом. Я понимаю, к сожалению, что моего супруга уже ничего не вернет. Поэтому пошла на соглашение. Сейчас я хотя бы понимаю, что эта женщина больше не будет поливать грязью моего мужа. Не доводите конфликт до суда. Я ж тебя по судам затаскаю. Будешь гнить в тюрьме. Твои дети пойдут в детдом. Опередите противника. Верни мне детей. Сделайте предложение, от которого он не сможет отказаться. Я хочу родить ребенка. Мировое соглашение. Очень полезный проект. Вам сейчас предстоят суды с государством, а судиться с государством сложно, поверьте мне. Каждый будний день на нашем телеканале. Леонид Ласточкин предлагает поделить наследство отца. В противном случае он оспорит завещание. Людмила Сидельникова подпишет соглашение, если ей оставят кухонную утварь, а еще пиджаки и галстуки умершего. Какой бы вопрос вы сегодня с Людмилой Петровной хотели бы обсудить? Ну, я хотел бы обсудить вопрос завещания, который оставил мой отец, который умер месяц назад в возрасте 73 лет. И у него был диагноз – прогрессирующая деменция. Так. Сначала мы с ним по врачам таскались. Ну, врачи объяснили, что как бы никого в мире пока что от деменции не вылечили. Поэтому я решил нанять сиделку, так как лично за ним ухаживать не могу. Живу очень далеко, в Нижневартовске. Угу. Леонид, а как папу звали? Юрий Петрович. Юрий Петрович. Угу. Вы наняли сиделку. Я так понимаю, Людмилу Петровну? Да, вот эту женщину. Угу. Как ты меня? Сама лично нанял. И поначалу вроде бы все шло неплохо. Год она жила на одной площади вместе с отцом, ухаживала за ним. Но тут отец умер, оторвался тромб. Соболезную. Да, похоронили его. Но не тут-то было. Горе не приходит одно. Узнаю, что за этот год мой отец переписал завещание на эту женщину. Считаю, что это абсолютно неправомерно. То есть Юрий Петрович оставил завещание, в котором все имущество завещал Людмиле Петровне. Да, все квартира, имущество. Стоимостью 9 миллионов. Какая наследственная масса? Квартира. 9, и денежные средства на счетах 700 тысяч. Угу. Вот. Предлагаю прийти к соглашению, как бы, неважно, наградим женщину за предприимчивость, пусть забирает эти 700 тысяч, но квартира остается мне, иначе я пойду, затаскаю ее по судам. Вы хотите... А когда завещание было составлено? Месяц назад. А, завещание было полгода назад составлено. Полгода назад? Да. Уже при наличии у него вот этого заболевания? Конечно, конечно. Все есть диагнозы подтвержденные и так далее. Угу. Так, то есть вы предлагаете мирным путем договориться с Людмилой Петровной, вы не оспариваете завещание в суде и готовы выплатить ей 700 тысяч вот эти вот наследства, да, а квартиру, чтобы она отказалась в вашу пользу. Да, все верно. Угу. Так, Людмила Петровна, как вам такое предложение? Вы меня обвиняете в каком-то мошенничестве? Ну, вроде бы пока не звучало со стороны Леонида Юрьевича. Нет, ну, как будто я воспользовалась недееспособным человеком ради того, чтобы вот это все было. А это было не так? Нет. Он был совершенно нормальным человеком. В течение этого последнего года, когда меня нанял сын, я ухаживала за ним. Угу. И он велся совершенно адекватно и нормально. Я как-то узнала Юрия, мы просто полюбили друг друга. Вы с Юрием в отношениях состояли? Да, мы стояли в отношениях. Он частенько просил меня оставаться у него. Мы даже свели совместное хозяйство. И, ну, я, конечно, ну, если вам оставляет завещание ваш любимый мужчина, ну, вы будете отказываться от него? Это как-то нелогично. Вы пересмотрели сериалов мексиканских? О чем бы? Мужик одной ногой в могиле. Ну, зря вы так. Вы знаете, вот, ну, может быть, последние два месяца он вел себя не очень, как бы... Допускаю это, но на момент составления завещания Людмила совершенно Петровна, в здравом уме и твердой памяти, понимаете? Вас же когда нанимали сиделкой, да?
к человеку. Вы же понимали, почему ему нужен посторонний уход? То, что у него серьезное заболевание. И оно было, видимо, очень серьезным, поскольку человек с ним прожил всего год. Если бы нотариус увидел в нем, что он недееспособный, наверное, он бы не заверил завещание. Да вы просто воспользовались этим и подмахнули Филькину грамоту. Подмахнул отец. Не врач, чтобы давать заключение, он устанавливает, ну, внешне, да, человек пришел, вроде бы вменяемый. Вы тоже это не входит в обязанности человеком. Нотариуса. Понимаете, не пьяный, уже хорошо. Ну, я не видела, я вам клянусь, что ну, со стороны это был совершенно нормальный, вменяемый человек. Так, хорошо, как появилось завещание? Вы были в курсе, что он составил на вас завещание? Да. Дело в том, что мы составили завещание обоюдное. То есть я завещала ему вот свое имущество, а он мне свое. То есть мы договорились с ним, что в случае моей смерти я оставляю на него все имущество, а в случае его смерти он на меня. Да вы еще сто лет проживете. Ну, грех воспользоваться таким. Ну, что я буду отказываться, если ну, мы любили друг друга и вместе жили, вели совместное хозяйство. Так, я категорически не согласна. Это у вас завещание, да? Да. Я категорически не согласна с тем, что я мошенница, во-первых. Меня в этом обвиняют. Да какое у вас имущество? Ну что вы, смеетесь? Ну как, откуда вам знать? Ну, Людмила Петровна, не делает таких громких заявлений все-таки Леонид Юрьевич, хотя, в принципе, у него есть для этого основания. Он говорит о том, что он хочет оспорить это завещание. И тогда все завещанное вам имущество, именно квартиры, денежные средства, завещание будет отменено как недействительное. И тогда по закону единственный наследник, сын, тогда он как бы заберет все. Прогрессирующая деменция. Да, все верно. И диагноз был поставлен... За полтора года, получается, даже до смерти, да? И она еще прогрессировала. Я не знала об этом. Ну как вы не знали, Людмила Петровна? Вас сиделкой наняли к человеку. Вы что, вам не сказал, почему Леонид нанимает вас? Ну вы что, не знали? Ну правда, ну, это не очень правдиво звучит. Ну не настолько это все серьезно было. Ну когда постороннего человека сиделку нанимают, ну, что, какие ваши были обязанности? Ну убираться, готовить кушать, стирать. Мы даже гуляли с ним. Он частенько просил меня остаться у него. Вы постоянно проживали там, да? Ну, практически, да. С Юрием Петровичем? Практически, да. Потому что мы даже не могли остаться на время, потому что, ну бывает так, люди полюбили друг друга. Что, любовь – это страшное что-то? Совершенно логично, что я ему оставила. Вот это доказательство любви моей. Завещание? Да. Не знаю. Мне кажется, не всегда это доказательство любви. Ну, хорошо. Даже если у вас были с Юрием Петровичем отношения, это не делает завещание, безусловно, действительным. Завещать можно кому угодно. Все свое имущество, часть своего имущества, соседям, я не знаю, благотворительной организации. Не обязательно людям составлять завещание на людей, с которыми там, у наследодателя отношения. Mm-hmm. Не обязательно, да. Но это не делает то, что у вас были отношения с Юрием Петровичем, допустим, что они были, это не делает это завещание действительным. В суде, если подаст иск Леонид Юрьевич, будет рассматриваться лишь одно обстоятельство. Когда Юрий Петрович составлял это завещание, находился ли он в состоянии, которым, когда мог осознавать значение своих действий и ими руководить? При наличии... Будет назначена посмертная психиатрическая экспертиза в суде. Ага. При рассмотрении этого иска это обязательное действие, когда рассматриваются подобные дела. И будут врачи говорить... Заключение будут давать врачи с учетом его состояния, прогрессирующей деменции. Я уверен на 99,9%, что завещание признают недействительным. Потому что вряд ли он в таком состоянии мог осознавать то, что он подписывает. Понимаете? Вот в чем. Даже если у него была действительно такая воля, и он действительно очень вас любил, и у вас действительно были отношения, это не имеет значения. Ну вот не имеет это значения. Он слишком был в таком состоянии, когда не мог понимать значение своих действий, чтобы составить документ, понимаете? Это фактически оспаривание сделки. И даже суд слушать не будет на счет ваших отношений или еще чего-то. Вот завещание составлено за 2 месяца до его смерти. Врачи, спрашивает суд, врачи, в каком состоянии он находился? Врачи говорят, о, точно не понимал, что делает. Все, точка. И вы лишаетесь всего. Шансы 99,9. На стороне, закон на стороне Леонида Юрьевича. Вам Леонид Юрьевич предлагает забрать 700 тысяч рублей, но квартира
остается ему. Здесь, как бы вы же просите по завещанию отказаться от наследства, да, от части. Ну да, все нельзя верно. Отказаться от части, либо отказывается Людмила Петровна от всего наследства, и вы ей потом выплачиваете эти 700 тысяч как компенсацию. Об этом мы можем соглашение заключить. Ну, либо от всего, либо не отказывается. То есть, как бы вообще, то есть... Ну, а как же 700... мое совместное имущество? Мы с ним жили, вели хозяйство. По закону я знаю, что... Ну, какое у вас совместное имущество? Ну, в смысле, мы вели вместо хозяйства. Значит, я, ну, вот это все пользовалась бытовой техникой. Ну, подождите, вы же не разводитесь с Юрием Петровичем. Вы же не поженились, разводитесь и делите бытовую технику. Не, ну, я знаю, что по закону, что тот человек, который последний жил в течение года, ему достается все, что домашний какой-то обиход. Вы при этом должны быть нетрудоспособны, быть зарегистрированы в его квартире, находиться полностью на его иждивении. А денег платил вам не он, а его сын. Это забудьте про это. Если вы хотите стать наследником восьмой очереди, нет. Далее в программе. Это максимум, что я могу. Я и так это взял в кредит в двух банках. Занял у друзей. И это так вот максимум все, что я могу. Мне может за вас поискать? У мужчины разрушилась благополучная семья. Почему он обвинил в этом психолога и как расправился с ней? Ну, давайте так. Я все-таки, ну, я не сволочь, я не хочу, чтобы меня обвиняли в каких-то корыстных целях. Давайте, может быть, сделаем так, что... Ну, никто не обвиняет, Людмила Петровна, вы сами как все придумали. Квартира достается сыну, собственно говоря, а мне все-таки 700 тысяч, ну... То есть вы согласны на это условие? И вся бытовая техника, мебель, которая в квартире. Которая в квартире? Да, да, в квартире. Так, Людмила Петровна, о каких вещах идет речь? Что вы хотите забрать из квартиры? Корпусная мягкая мебель. Корпусная мягкая мебель. Кружки с фотографией Анжелики из фильма. Из какого? Ну, фильма про Анжелику. Анджелина Джоли? Нет, Анжелику и король вот этого. Соответственно. Анна потом... Сержголон, которая, да? Да, потом написано? Кухонная бытовая техника, холодильник, морозильник, электрический чайник. Угу. Я лично его относила в ремонт, когда он сломался. Так. Два телевизора, один стоял на кухне. Дело в том, что когда Юра плохо себя чувствовал, я тихонечко смотрела телевизор на кухне. Вы хотите его тоже забрать? Да, из гардероба я забрала бы рубашки. Они Юриному сыну не подойдут по размеру, а моему подойдут. Угу. Так. Три пиджака, они совсем новые, еще с десяток галстуков. Все? Да. Или что-то еще? Шторы. Шторы и полотенца в зеленую полоску. Шторы и полотенца. Да, они как раз к кафелю мне подходят на кухне. Леонид Юрьевич, как вы относитесь пусть забирает к желанию это... Людмилы Петровны забрать вещи из квартиры? Это барахло, кроме антикварного стола дубового. Он стоял в кабинете у отца. Так. Картины. Картина известного мастера стоит очень дорого, а вы в ней все равно ничего не понимаете в искусстве. И квартиру. Угу. То есть, в принципе, вы согласны, что Людмила Петровна забрала все вещи из квартиры, кроме антикварного стола и картины? Да. Да? А, и личные вещи отца, которые я пожелаю выбрать сам. Личные вещи отца, которые на память, я так понимаю, да? Согласны на это? Да. Все вещи вам, 700 тысяч после того, как отказываетесь от наследства, и как Леонид Юрьевич становится собственником квартиры. Он вам эти 700 тысяч выплачивает. На такой вариант я согласна. Обе стороны устраивает такое соглашение, да? Договариваемся? Да, договариваемся. Договариваемся. Я думаю, что это самое правильное решение в данной ситуации, без всяких судебных исков. Пожалуйста, ваши документы. Очень рад, что вы договорились. Спасибо вам большое за участие. Спасибо. Всего доброго. Стороны договорились. Что там в реальности было, уже не знаю. Но таскаться по судам у меня нет времени. Считаю, что нормально разрулили. Да. Конечно, насилием и угрозами можно любого заставить отказаться от того, что ему принадлежит. Тем более беззащитную женщину. Хотел признать ошибку и извиниться, но вырвалось... Сволочь ты! Бывает и такое в мировом соглашении. Вот как нас можно принять за нормальных оленей? Честно, очень похоже. Интересно, удастся ли Дмитрию Агресу найти компромисс? Не надо сюда подключать государственные регуляторы в виде суда. Вам надо решить здесь все мирно. Смотрите каждый будний день.
Вадим Рощин хочет компенсировать вред здоровью, который он нанес женщине, разрушившей его семью. Светлана Насонова готова простить хулигана, но требует увеличить сумму компенсации, ведь ее мать стала инвалидом. Пожалуйста, Вадим, вам слово. Да, здравствуйте, Дмитрий. Что бы вы сегодня хотели обсудить со Светланой Сергеевной? В общем, мне вменяется, что я избил мать Светланы Сергеевны, Зинаиду Яковлевну Насонову. За что? Нет, это была на самом деле самооборона, но я следствием не смог самооборона, это... Самооборона, конечно. Я не смог это доказать. В общем, ситуация следующая. У меня была семья нормальная. Я и жена Марина. И была еще любовница Юля, с которой мы общались, дружили, иногда встречались, ходили в театр. Нормальная, да, стандартная семья. Жена-любовница. Ну да, нормально. Угу. Как бы, ну, мужчина же полигамная история. Ну, да? Как бы, да. Ну, в общем, сейчас это уже не суть. Что было? У Юли был муж. В чем проблема-то? Которого у вашей любовницы был муж? Да, был муж, которого она не любила. Она хотела с ним разводиться. И она уже конкретно предложила ему развод. Но он, видимо, ее очень сильно любил, обожал и повел ее к психологу, к матери Светланы Сергеевны, к Зинаиде Яковлевне. А Зинаида Яковлевна психолог? Да. Так. Все. И на одиночном сеансе Юля все, собственно, этому психологу, как ей рассказала, как ей скучно с ее мужем и как со мной весело, хорошо, интересно. Так. В общем, и этот психолог не нашла ничего лучше, как пойти и рассказать всю эту информацию чего? Ее мужу. Так, и этот что муж? Муж? Да, не нашел ничего лучше, как он нашел, где я живу, нашел мою жену, пришел и рассказал ей про любовницу. Из-за чего? Из-за чего жена моя, Марина, она меня выгнала из дома, она подала на развод, и в итоге я сейчас, а я иногородний, я сейчас вынужден жить у друга в ужасных условиях. И... Так нечего изменять было. И вы решили оторваться на психологе? Я не решил оторваться, я... Пошел, чтобы просто поговорить и попросить этого психолога, Зинаиду Яковлевну, исправить эту ситуацию. Ну, по сути, она же тоже накосячила. Она, по сути, нарушила закон. Она разгласила конфиденциальную информацию. И она полезла на меня с кулаками. Она практически, да, набросилась на меня, когда я сказал про заявление и про полицию. У меня рефлекс работал. Я защитился и немножко оттолкнул ее в процессе самообороны. И она ударилась об шкаф. То есть как бы отлетела немножко, ударилась об шкаф. И со шкафа, а шкаф был не прикручен, видимо, не закреплен, на нее прямо на голову упала чугунная статуэтка на голову. Из-за чего произошла вот эта травма. И то я попытался даже оказать... Чугунная статуэтка. Серьезная какая-то травма, да, у мамы? Да, у нее черепно-мозговая травма. Она лежала 3 дня в реанимации. Между прочим, сейчас ей очень долго предстоит реабилитация. Период реабилитации, да? Да. Да, и я все это понимаю. Я еще тогда попытался оказать первую медицинскую помощь и вызвал скорую помощь. Но сейчас уже я понимаю, что я причинил вред. Это есть, это как бы факт. Да? И я раскаиваюсь и готов признать свою вину. Я ее признаю. И я готов попытаться загладить свою вину, как я могу, потому что мне не хочется все-таки реального срока, я хочу, чтобы был условный срок, потому что я же не хотел этого, это получилось случайно. Вы хотите компенсацию предложить? Да, я хочу предложить компенсацию. Вот я какая сумма? Собрал сумму в 650 тысяч рублей. Какие 650 тысяч рублей? Вы смеетесь? Мне мать 3 дня лежала в реанимации. Она не может нормально говорить, она очень плохо видит. Вы вообще как представляете, что к такому психологу в ближайшие годы кто-то пойдет? Светлана, давайте вот подробнее про состояние сейчас мамы, чтобы нам понимать обоснованность суммы, да? Сейчас она, к счастью, чуть-чуть лучше себя чувствует, и она смогла дать показания следствию, что уже хорошо, но... У нее здесь и травма ушной раковины, да, я вижу, да, и перелом со смещением даже, да, черепно-мозговая травма. Очень плохо говорит, она также плохо видит, она сейчас не встает с кровати. Ей еще минимум месяц или даже 2 нужно будет пролежать в больнице, не говоря уже об операциях, которые ей предстоят. И все это нужно заниматься всем этим мне. У меня нет возможностей и ресурсов, у меня еще бабушка, у меня нет отца. А заработок мамы какой составлял? Какая сумма в месяц, ну так скажем, если в среднем? Ну, наверное, 1100, может. 1100 в месяц, да, она зарабатывала? Да. И сколько сейчас уже, сколько она уже нетрудоспособна?
Уже 2 месяца. 2 месяца. И врачи говорят, когда она сможет восстановиться? Они не говорят никакие не прогнозы. Есть возможность, что она сможет так же функционировать, как до этой травмы, если сейчас сделать операции, но и то не факт. Сейчас операции будут по полису обязательно медицинского страхования. Бесплатно? Если по ОМС, бесплатно, по программе, или это платные какие-то операции? Если по ОМС, то ближайшая запись на год вперед. Угу. Все записано, нет возможности. То есть либо идти сейчас... На платной основе есть возможность сделать побыстрее. И какая сумма? 300 тысяч за одну операцию. Их надо их две. Надо минимум две. Угу. То есть утраченный заработок, если мы из 100 тысяч в месяц выходим, то за год это 1 200 000 плюс 600 тысяч операций, да? Да. Это еще без компенсации морального вреда. Да. Так, ну хорошо. Вадим Павлович говорит о том, что ваша мама разгласила информацию. Это неправда. Что, ну, информация о своем клиенте, да, который являлся конфиденциальной. Да. И, соответственно, это и явилось причиной конфликта. Ну, что-то об этом может быть известно. Это все ложь. В результате следствия уже было доказано, что... Следствие еще не закончено, кстати. Уже было доказано... Что доказано? Что это муж Юлии, его любовницы, установил Юлии на телефон приложение, где в реальном времени мог прослушивать все, что говорит Юля. Так. Естественно, моя мать, если бы знала об этом, никакого разговора бы не состоялось. И все разгласил уже, получается, муж Юлии. Что я могу сделать? То есть муж Юлии подслушал этот разговор с психологом, где его жена рассказала о том, что у нее есть любовник замечательный, как она не любит мужа. Угу. Притом Марине этот самый муж сказал, что он узнал это все от психолога. Да какая уже разница? Следствием было доказано. Может, это вообще Юлия сама рассказала? То есть вы уверены, что ваша мама закон не нарушала? Да. И тайну сеанса... Конечно, она квалифицированный сеанса... психолог. Никогда такого не было. Ага. Так, хорошо. Вадим Павлович, я так понимаю, у вас сейчас обвинение по 111 статье. Вы сейчас где-то работаете? Я сейчас нигде не работаю, живу у друга. Нигде так не конечно, работаете? Конечно, он Альфонс. Детей, я разговаривала детей с его женой. У вас тоже нету, да? Нету. Характеристики просто. Вам положительные никто не даст, поскольку вы не замечены. Вернее, были замечены в супружеской измене, но и с работы, и с места жительства, я так понимаю, характеристик нет. То есть для того, чтобы смягчить ваше наказание, это я к чему? У вас нету смягчающих обстоятельств. Да, там, характеристик положительных, с места работы, с места жительства, детей нету на иждивении или кого-либо, там, пожилых родителей, я так понимаю, тоже на иждивении не имеется. У вас единственная возможность повлиять на судьбу свою дальнейшую, это, конечно, загладить вред перед потерпевшей. То, что и на что имеет право Зинаида Яковлевна, как потерпевшая, это, да, утраченный заработок. Здесь как минимум мы говорим о 1 200 000 за год, потому что она по вашей вине нетрудоспособна. 600 тысяч рублей – это стоимость операции, которая тоже должна быть оплачена. Вы уже что-то тратили на лечение? Или мама все-таки по программе ОМС в больнице сейчас находилась? Пока по программе ОМС. Пока по программе ОМС. Она не зарабатывала. И, естественно, мы говорим о моральном вреде. То есть какая сумма, Светлана Сергеевна? 3 миллиона. Вы требуете 3 миллиона рублей. То, что это была самооборона, это никак не влияет? А вы докажете, что это была самооборона? Честно, я вот не верю, что Зинаида Яковлевна на вас напала с кулаками. Вот честно. Это невозможно. Опытный психолог, взрослая женщина. Вы там пришли, ей каким-то заявлением угрожали, она на вас с кулаками бросилась. Ну, серьезно. Ну, оно так и было, если... Доказать сможете? Моя мать уже дала показания. Доказать сможете, что это самооборона? И она сказала, что было все совсем по-другому. Он пришел, сразу вспылил. Моя мать, как психолог, хотела его успокоить и сказала, что если есть претензии, он может обратиться в суд, и что она уже вызвала охранника. Угу. Вот это логичнее звучит, да. Что сделал Вадим Павлович? Напал с кулаками, и все. И, да, между прочим, скорую вызвал охранник. Как я мог на женщину напасть с кулаками? Вы посмотрите на меня. Я никогда отлично представляю пальцем не трону. Здесь все зависит от того, что написано в вашем обвинительном заключении, которое вам предъявляют. Я, наверное, не ошибусь, да? Там написано, что вы напали на Зинаиду Яковлевну. Правильно? Да. Правильно. Вот это имеет значение. Все остальное вы доказать не сможете. Поэтому извините,
придется платить компенсацию. Да, но это максимум, что я могу. Я и так это взял в кредит в двух банках и занял у друзей, и максимум еще свое добавил, все, что есть. Потому что я сейчас в такой ситуации тяжелой, потому что... И это так вот максимум все, что я могу. Мне, может, за вас поискать? Рассчитываете на условный срок? Ну, надеюсь, как бы... На смягчение наказания. Еще раз повторяю, единственная возможность – это возместить полностью весь вред, и чтобы от потерпевшей было заявление об отсутствии к вам претензий материального характера, что вред, причиненный и здоровью, и моральный, возмещен добровольно вами, в добровольном порядке. Это единственная возможность смягчить вам наказание. Я не знаю, где, думайте, занимайтесь, идите работать, еще что-то. Это единственная возможность смягчить вам наказание. Потому что если будет рассмотрен гражданский иск в рамках вашего уголовного дела, конечно, Зинаида Яковлевна получит больше. Смысл сейчас Светлане соглашаться на это? Извините. Может, вы, конечно, рассчитывали, что я буду ее уговаривать, но я здесь не вижу смысла. Угу. Возмещайте вред. С вас требуют конкретные суммы, и они обоснованы, эти суммы. Ну хорошо, три, вы можете поторговаться. Если 1 200 000 утраченный заработок, 600 000 операций, это 1 800 000. Ну плюс, естественно, моральная компенсация за то, что вы совершили. Это тяжкий вред здоровью. Я вот так вот 2,5. Вот 2,5, в принципе, приличная сумма. Это невозможная сумма. Я могу вот такой вариант предложить. Я сейчас отдаю 650 000 рублей. Так. И дальше в течение какого-то времени, ну, допустим, 2 года можно взять, я доплачу сколько смогу, ну, где-нибудь 850 000 рублей, 1000, может быть, смогу еще найти, чтобы 1,5 миллиона получилось. Ну, это максимум, то я не уверен, что это... Ну, это максимум, что я могу попытаться сделать. Светлана Сергеевна? Давайте в течение года 850 000. И прямо сейчас вы пишете расписку, что все вернете. То есть 650 плюс 800, то есть 1,5 миллиона. Сходимся на этой сумме, угу, что хотя бы что-то получить, потому что если осудит Вадима Павловича, вы можете вообще ничего не получить, угу, кроме исполнительного листа, взыскания этих сумм. Угу. То есть на это согласны? Да. И со стороны Зинаиды Яковлевны будет заявление о том, что моральный вред и материальный погашен. Да. Да? На эту сумму согласна. 650, mm-hmm, расписка на 850, да? Да, да. Все правильно? Так, в течение года. Да. Договариваются стороны на эти условия. Да. Договариваются. Считаю, что правильное решение в данной ситуации. Спасибо вам большое за участие. Всего доброго. Спасибо. Здоровья маме. Спасибо. Стороны договорились. Я надеюсь, что мне все-таки получится добиться от суда, чтобы мне дали условный срок. Я не знаю, я буду устраиваться там на несколько работ, на 2, на 3. Вот так вот из-за одного придурка у меня испорчена вся жизнь. И причем, если его посадят, то я получу никаких денег. Муж продает жену. Ты меня продаешь другому мужику за 500 000. Давай. А если он завтра захочет со мной переспать, ты что, блин, вообще что ли? Должник не возвращает деньги. Я хочу 200 000. Либо ты сядешь, вот серьезно. На 2 года! И только гениальный переговорщик. Так, девочки, решит проблему. Да никому верить нельзя. Мне можно только единственное. Мужик, а ты кто? Дмитрий Агрис в мировом соглашении на нашем телеканале. Фу.